45 минут. Не предпринимают активных попыток для того, чтобы атаковать ворота ЦСКА. Ну, вызывает, в общем, это, с одной стороны, удивление, поскольку команда играет перед своей публикой. И, возможно, ну, по крайней мере, опасный момент возникает. Гончаров выручает свою команду. И вот так вот все шло вроде бы спокойно. Ничего не предвещало угроз воротам армейцев. И откуда ни возьмись, возник в районе угла вратарской площади полузащитник Йо Тессен. И он отправил мяч в ворота Гончарова. Счет стал 1-0 в пользу Мольде. Очень это неприятно, поскольку самое начало тайма. Вроде бы все складывалось в пользу ЦСКА. А передачу-то делал вышедший на замену 16-й номер Магне Хосет. И очень грубую ошибку, первую, пожалуй, в этом матче, серьезную такую ошибку допустили армейцы в центре обороны, поскольку бил по воротам вот тот самый девятый номер Люнд. Помогать своим хавбекам. Угловой удар пока зарабатывают норвежцы. В любом случае это может быть опасно. Морьк навешивает штрафную, и некоторая суета возникла. Дальний удар. Гончаров должен выходить и кулаком играть. Неудачно он это делает. Счет становится в этом матче. И 2-2 по сумме двух игр. Посмотрим еще раз повтор. Гончаров начал суетиться, как мне показалось, уже вот здесь, с самого начала. В такое скопление игроков идти просто самоубийство для вратаря. И вот здесь Гончаров идет на огромного Люнда, который выше Гончарова примерно на голову. И не сумел дотянуться до мяча Гончаров. Не сумел сыграть кулаком, промахнулся. И не помогли своему голкиперу защитники. Вот смотрите, вот в той самой точке, куда отскочил мяч, там было три норвежца. Разминки норвежской команды. И вот показалось, что голкипер Баки не очень высокой техникой приема мяча владеет. Но определить, так ли это или это неверное утверждение, крайне сложно, поскольку ну, просто по пальцам можно насчитать удары армейцев в створ ворот норвежской команды. Провал в обороне очередной. И три против одного выходят норвежцы. Магне Хосет отличился. Футболист, вышедший на замену. Да, у норвежцев, безусловно, не больше опыта, чем у ЦСКА участие в матчах такого уровня. Но вот выходит человек на замену. Делает результативную передачу. Сначала, я имею в виду, 16-го номера Хосета. А затем и сам отправляет мяч в ворота ЦСКА. Ни в коем случае нельзя оправдывать вот такие действия армейцев в обороне отсутствием 11-го полевого игрока. Да, Марек Холли допустил. Но в этом матче тренер норвежцев Эрик Бракстад, как мне кажется, заманил армейцев в тактическую ловушку. Все ожидали натиска, мощной игры норвежской команды в первые минуты матча. Этого не произошло. Более того, норвежцы даже отдали инициативу армейцам. Еще один опасный момент. Штрафной площади ЦСКА завершается взятием ворот. 4-0. Мольда впереди в матче на своем поле против ЦСКА. Ну, просто уже не успевают защитники армейцев за футболистами Мольда. И снова эпизод разыграли и довели до логического завершения футболисты, вышедшие на замену. Прекрасный пас на своего партнера Странда выполнил Магне Хосет. Затем подключился в атаку, открылся под передачу партнера.